Ох, как же сегодня не хочется вставать. Время уже 9 утра. Офигеть. Ух, ё-моё, какая же я опухшая. Капец, как будто не спала неделю. Боже. Ой, так мне же влог надо записывать. Так. Хай, на связи Айси, вы попали на канал Тока Лайки. В этом видео будет наш влог. Именно в этом влоге будет мое утро. Давайте не будем затягивать, поскорее начнем. Всем приятного просмотра. О, печенька. Хотя нет, надо лучше выпить сначала стакан воды. Читала я. Ах, это полезно. Даже Микки спит. Сейчас будет моя каждодневная рутина утром. И можете посмотреть на ускоренные съемки. Куда же мне телефон? Ой, телефон, камеру поставить. Ну, в носке постоите. Так, ребята, моя каждодневная рутина утром в ванной подошла к концу. Идемте, пожалуйста, перекусим. Так, не буду снимать, как процесс приготовления. Он у меня самый обычный, поэтому снимаем, когда уже буду есть. Пока. Так, ребята, давайте пока еще раз поставлю. Ой, вилка улетела. Давайте пока расскажу о планах на сегодня. Во-первых, я сегодня пойду нам, кстати, к двум. Сейчас у нас с вами время так нормально. Я схожу в универ. Ну вот, ненадолго. У нас сегодня мало пар, так как большинство болеют. И пары большинство отменили. Потому что учителя, в том числе, тоже болеют. Ну как, преподы. Вот. Потом домой. Магазин заскочу, ну туда-сюда, вы поняли сами. Такой обычный мой день. Возможно, за посылочками зайду, если на Валберса не приехали. Посмотрим. Приятно всем аппетита, кто тоже кушает. Сегодня я что-то даже чай не налила себе. Посидим с вами по кайфу в телефончике. Покайфовали. Пойдемте. Тем временем у нас с вами время 11. Да, ой, ё-моё. Туда-сюда прошло уже время. 2 часа, пока я туда-сюда, ну, вы поняли. Теперь надо мне одеться, чтобы пойти выиграть Микки. Сниму маску. Ой, волосы надо привести в порядок. Я это уже забыла. Пипец, я до сих пор сонная. Я же умылась и маски сделала. Все, весь отек должен был уже спасть. Ох, у меня даже... Блин, где мой фен? Подождите-ка. Сейчас с вами будем сушиться. Так, на улице сегодня у нас с вами не так уже холодно, можно, в принципе, особо сильно не одеваться. У нас обычно, чтобы одевать прям вот эту куртку, должно быть минус 10, а обычно плюс-минус минус 5, минус 4, поэтому из одежды под низ я, возможно, чтобы сходить просто с собакой, вот это надену. Хотя нет, лучше вот это.
получается вот так. Ну и... Ну хотя, я думаю, мне вот в этом будет вполне комфортно, думаю. Блин, у меня же еще шапка была. Куда она делась? Я в этой шапке вообще ужасно. А, наушники надену, боже. Чего не додумалась? Так, надо мне обратно вот так вот сделать. Так, ну, в принципе, пойдет бегать быстренько. Может, еще наушники? Да не. Микки, пойдешь гулять? Ну, пойдешь. Ладно, ребята, мы пойдем гулять, потом... Надо дверку закрыть. Сейчас проверю письма, пожалуй. Хотя нет, на обратном пути проверю, чего уж тут. Ох, на улице там людей мало. Ну и замерзла я с тобой. Я тебе смотрю, вообще не холодно. Ой, я же забыла совсем с этим холодом, что мне надо было посмотреть письма-то. Там какое-то непонятное письмо. О! Откуда деньги? Зарплата, наверное, пришла. Merry Christmas написано. Позитивно. Это от родителей письмо. Дома им отвечу. Так, а это что такое? Что? Нифига себе. Представляете, что тут написано? Сегодня у нас будет в нашем университете распределение и объяснение, как будет проходить у нас бал. У нас в школе будет бал? Ура! Ах, какой бал? Почему я говорю в школе? Извините, привычка осталась. В универе, как вы могли понять, у нас будет бал. Я очень рада. Надеюсь, у меня найдется что-то для этого балла. И надеюсь, выглядеть я буду на нем хорошо. Так, оставлю пока конвертики тут. Думаю, можно заходить. Ух, ух, ух. А? Здравствуйте. О, извините, сейчас. Ух, да, здрасте. О, ой, вы моя соседка, я так понимаю, новая? Да, я тут живу, в этой квартире. Вау, это вы так украсили? Ну да, ну, столик тут уже был, я на нем просто цветы поставила. Люблю такое все. Понятно. А я вот сегодня только переезжаю. Переехала в новый город, в универ сегодня первый раз пойду, и вот коробки остальные доношу, которые донести не успел. Ого. Удачного вам дня. Спасибо. Вам тоже. Ну, это... Может, на ты хотя бы? Тебе сколько? Что сколько? Ну, лет. А, ну... Мне... 18. Ты на первом курсе, что ли? Ну, да. Нифига себе. Я тоже. Когда уж точно на ты? Угу. Извините, я немножко опаздываю. Ой, извини. Я опаздываю немного. Давай тогда позже, если что, встретимся еще раз. Да, давай, конечно, тут тоже не надо замедлиться. Давай, пока-пока. Оп. О. Пока. Нифига себе, давно у меня соседов не было. Ах, не знаю, радоваться или плакать. Так, теперь у меня остался час до выхода. Надо бегу одеваться и собираться. Так, один... Если покупаю себе пижаму, чтобы не зима, если хочу косметику, то я могу. Так, так, идем покупать. Итак, будем делать макияжик сегодня легкий, потому что на улице мороз, все потечет, как обычно. Сделаю с этой палеткой. Сделаю, значит, сначала небольшой контуринг. У меня вот тут есть оттенки для него. Смотрю этот оттенок. Так, осушу. Так, возьму пудру, чтобы зафиксировать. Так, дальше накрасим, подкрасим. Тут подведу глаза. И румяна там возьму. Так, все, думаю, пойдет. Потом буду все красиво раскладывать. Сейчас не до этого. Надо только договориться. Все, отлично. Так,
все. Так, теперь надо проверить, все ли я взяла вчера. Я обычно собираю все с вечера, но иногда могу забыть что-то. Так, это надо, это... Так, все на месте. Отлично. Нифига себе, я запас ручек взяла. Вначале мне спросили, много писанины сказали будет, поэтому надо так. Так, все-таки все я сделала, надо начать одеваться. Так, с этим у меня посложнее. Сегодня, не знаю, как, может даже вот яркое можно, ну или нюдик. Или вообще прийти в левом стиле. Или прийти с облачками. Это для меня всегда так сложно. Но сегодня не хочется быть панк-рок. О, можно в принципе вот так вот. Думаю, будет неплохо. Пожалуйста, но так не буду долго тратить время на то, чтобы собраться. Останусь еще заколочками. Надеюсь, я не замерзну под курткой. Вот в этом. В университет я одена. Это потому, что на улице оказалось очень холодно. Поэтому хоть и минус, хоть на улице минус... Я посмотрела, у нас минус 5. Вроде как не сильно холодно оказалось. Но оказалось уж очень холодно. Поэтому вот так. С собой все это приложу. Возьму телефон. И уже наконец-то пойду. А что было дальше, вы узнаете в следующих видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ведите моих новых роликов. Я вас всех безумно люблю. Пока-пока!